Так, доброй ночи, уважаемые казахстанцы, родные, все знакомые, пожалуйста. Вот сегодня 15 ноября 2019 год, и время, сколько время сейчас? 23:28. Вот. Я сама живу в Алма-Ате, вот приехала в Астану, я сама врач-педиатр, и смотрю, дочка и внуки кушают вот этот кальций. Производитель, вот вам видно, хорошо, Россия. Вот, я говорю, вот увидели случайно видео, я говорю, этот, ну-ка давай эксперимент сделаем. Это никакой не кальций, потому что на вкус он очень горчит. И жуется очень с трудом. И вот смотрите, что творится. Вот, сейчас вот мы начали проверять. Это страшное ни в коем случае. Любители мел кушать, кальций, вот, это для, ни в коем случае. Это нужно, сейчас я отправлю в YouTube. И, пожалуйста, вот этот завод срочно надо судить, фармкомпанию, то есть, которая выпускает эти таблетки. Я еще не знаю, что наши казахстанские делают. Это тоже будем проверять. Посмотрите, что творится. Разве это кальций? Это какой-то, как типа пластики, что ли, непонятно. Это вот этот пепел, который остается потом. Он даже это... Я сняла уже. Пепел, он даже не это. Смотрите, вот. Вытаскиваем. Предварительно я сняла вам все, производитель там все есть. Вот сейчас вот еще раз сложим, чтобы доказать вам. Посмотрите, что творится с этими таблетками. Вот пустая упаковка, вот мы уже очистили уже сколько. И вот я решила снять. Это ужас. В YouTube. И вот я понесу это в Министерство здравоохранения. Наше, потому что это же идет. И вот кто контроль делает, это пропускает. Я не хочу сейчас называть фамилию, имя эксперта главного. Я знаю. Как они допускают? Это что? Контрабандным путем проходит? Да сколько детей умирает из-за этого? Это же все оседает в кишечнике, в стенках кишечника. Это в легких, это в желчном пузыре, это вообще, это в почках. Представляете, в головном мозге. И что делается с нашими детьми? Это что такое? Это соседняя страна, наши соседи. Это кошмар. Россия вот такие вот таблетки нам отправляет. Это с какой целью? Что? Чего они добиваются? Что они хотят? И запах ужасный, специфический. Пожалуйста, ни в коем случае не употребляйте. Берегите себя, своих детей, свою нацию, свой народ, свою страну. Всего доброго, доброй ночи всем. Пока-пока.